Никогда такого не было, и вот опять. Меньше месяца назад ленинская прокуратура выявила на 31-м городском маршруте водителей из стран ближнего зарубежья с поддельными водительскими удостоверениями. На этой неделе результаты своей проверки озвучили сотрудники фрунзенской прокуратуры. Оказалось, на 141-м маршруте аналогичная ситуация. Был выявлен гражданин Республики Узбекистан, который нелегально находился на территории Российской Федерации, при этом занимался деятельностью по осуществлению регулярных перевозок граждан. В качестве подтверждения своего специального права на управление транспортными средствами им было представлено проверяющим поддельное водительское удостоверение. По данным фактам прокуратуры Фрунзенского района в тот же день, то есть 13 сентября 2019 года, направлены материалы в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании указанного гражданина по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, решается вопрос о принудительном выдворении нарушителя за пределы Российской Федерации. Организация, которая привлекла к работе такого водителя, также попала в поле зрения надзорного ведомства.